Праздник «День учителя» состоялся во Дворце спорта города Видное. Сюда приехали представители всех образовательных учреждений района. В холле дворца для учителей и всех гостей праздника были развернуты разнообразные выставки. Сюда мы принесли работы наших детей, чтобы педагоги посмотрели, какие у них замечательные дети учатся и как они хороши вне учебной программы, на что они способны. Мы им помогаем развиваться как в школе педагоги, так мы в внеклассное время. Мы представили на выставке фотографии талантливых учащихся видновских школ, школ района. Таланты, которые выращены вместе библиотекарями и учителями. Пользуясь случаем, поздравляю всех учителей Ленинского района с замечательным праздником. Творчества вам бесконечного здоровья и успехов. Праздник День Учителя – это праздник каждого из нас. Ведь именно учитель открыл нам путь в мир знаний. Мне хотелось бы вспомнить об учителе. Как правило, у каждого, наверное, педагоги ассоциируются с женщиной. А у меня очень большую роль в моей жизни сыграл наш педагог истории Юрий Васильевич Баранов. Он мне на каком-то определенном этапе подсказал, какие книги надо прочитать, которые не входили в школьную программу. Он направлял меня и наполнял какими-то своими идеями, которые ему были близки. А он совсем еще молодой педагог, только после окончания института. И вот сейчас, по прошествии этих лет, я могу сказать только одно. Я ему крайне благодарен. Хочется поздравить всех педагогов с этим удивительным праздником, пожелать всего самого наилучшего. Побольше радости, веселья, добра, наверное, самого прекрасного, чтобы их радовали детишки своими знаниями, талантами. А ваши педагоги дополнительного образования, им что пожелаете? Ну, наверное, побольше детишек, заинтересованных в спорте, чтобы каждый ребенок приходил, каждый тренер с ним работал и изыскивал таланты. Ну и дети вырастали и все-таки показывали высокие результаты, к чему мы каждый тренер стремится. Дорогих учителей пришли поздравить и посетители центра «Вера». Наша группа пришла поздравить дорогих учителей с профессиональным праздником, пожелать им здоровья, удачи, успехов, всего-всего самого наилучшего в жизни. Учителя Ленинского района не только ведут наших детей к вершинам знаний, они еще и участники разнообразных образовательных программ. Вы поддержали программу, которую мы вместе с вами реализуем на территории наших образовательных учреждений, программу, получившую название «Школьный двор». И уже в этом году мы с вами получим не три, как мы сначала заявляли, а четыре таких площадки. На празднике Дня Учителя многим педагогам были вручены почетные грамоты главы Ленинского района, Министерства образования Московской области. Благодарностью губернатора была награждена Волхонкина Елена Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 2. Знаком главы района за личный вклад в развитие муниципалитета была отмечена Пономарева Людмила Павловна, учитель немецкого языка Видновской гимназии. Многими и другими наградами в этот день были удостоены учителя. И много теплых слов было высказано в этот день в адрес людей, делом своей жизни, выбравших нелегкий труд учить детей. Именно вы можете застенчивого, робкого первоклашку вывести в жизнь, сделать из него зрелого человека, гражданина и патриота своей родины. Спасибо вам большое за это. Без учителя практически обойтись невозможно. Я думаю, что учитель – это второй человек, а может даже и первый после родителей в процессе воспитания подрастающего поколения. Ну, спасибо вам огромное за ваш благородный, очень непростой труд. С праздником вас, дорогие преподаватели! Здоровья вам, терпения и благодарных учеников! В этот день звучали поздравления с праздником и от самих виновников торжества. Вы целый мир открыли, удивительный, что было нам легко на свете жить. В большой концертной программе, посвященной учителям, приняли участие воспитанники и педагоги детской школы искусств, лауреаты международных конкурсов и артисты советской эстрады. В ближайшее время на телеканале «Видное ТВ» будет транслироваться полная версия праздника. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».